Ну, первое, я хочу извиниться перед болельщиками за первый тайм. Потому что вообще ничего не получилось. Ни движения, ни игры, ни комбинационной игры, ничего. Поэтому я прошу прощения, так как несу за это ответственность. Второй тайм, со всеми нашими ошибками, которые у нас и были. Команда побежала, играла агрессивно, то, что мы их просили делать из первого тайма. И я думаю, что болельщикам понравилось. Хотя мы проиграли. Вопрос от журналистов. Сегодня Саутин отсутствовал в заявке. С чем это связано? Заболела спина, был травмирован. И еще один вопрос также от журналистов. Видите ли вы на сегодняшний день проблемы в центральной зоне оборонительных порядков «Факела»? В центральной зоне были, если брать кого, защитников или... Да. Ну, у нас больше проблемы крайних защитников, я больше скажу. Естественно, как бы есть ошибки у центральных защитников, никуда без них, но проблема больше с крайними защитниками.